Казахстанские автолюбители присоединились к инициативе депутатов об отмене некоторых норм закона о дорожном движении. Напомним, члены фракции «Народные коммунисты» предложили убрать пункт, который запрещает водителю выходить из авто без разрешения полицейского. Но водители убеждены, что спорных норм гораздо больше. Нургали Карабаев выслушал мнение. Инициативу депутатов о возможном исключении из закона о дорожном движении нормы, запрещающей выходить из автомобиля без разрешения полицейского, автолюбители встретили на ура. Более того, водители сразу же подхватили эстафету и предложили убрать из действующих правил еще парочку нововведений. Как-то привыкли уже все, уже столько времени ездим, остановил гаишник, выходим, как полагать, поздоровались, поговорили, все. В ночленном пункте включенные фары. Кажется, это лишнее. Парковка. То, что нужно парковаться там, где есть знак, это неправильно, потому что они не везде есть. Одним из самых странных пунктов правил дорожного движения эксперты называют высадку пассажиров только в установленных законом местах. То есть там, где, например, есть вот такие специальные знаки. Если водитель нарушит данное правило и высадит в другом месте, ему грозит штраф почти в 10 тысяч тенге. А при повторном нарушении сумма удваивается. Так или иначе, эти правила не исполняются не потому, что мы все такие злостные нарушители, а потому, что мы привыкли как-то вот в общих коммуникациях жить и понимаем, что просто необходимость человеку. То есть инфраструктура города не предназначена для такого потока. Но полицейские говорят, что торопиться не стоит. Закон принимали не просто так. Данная норма вводилась в целях обеспечения минимальной гарантии сотрудникам органов внутренних дел. Учитывая, что у нас ежегодно, если брать за 2014 год, где-то около 48 сотрудников у нас погибло, ранено было 102, и где-то 490 случаев было неповиновения. Казахстанских водителей также не устраивают суммы штрафов. По их мнению, они чрезмерно завышены. Если кого-то и нужно наказать построже, так это тех, кто совершает грубые нарушения, которые могут привести к тяжелым последствиям. А вот как далеко пойдут депутаты с очередной инициативой, еще неизвестно. Ведь они же сами когда-то приняли эти самые правила. Нургали Карабаев, Бауржан Нарметов, Информбюро, 31 канал.